Добрый вечер, уважаемые гости Большого зала Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского. Сегодня в нашем зале Международный благотворительный фонд помощи юным пианистам Владимира Крайнева представляет лауреатов первого и второго международных конкурсов юных пианистов имени Владимира Крайнева. Город Харьков, 1992-94 годы. Концерт организован при содействии Ассоциации лауреатов международного конкурса имени Петра Ильича Чайковского, фирмы «Interconsult Audit», акционерного общества «Олби Медицина», городского отдела культуры города Тольятти, Центральной средней специальной музыкальной школы при Московской государственной консерватории, Средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных. Программу концерта открывает Елена Колесниченко, город Москва. Бетховен, 32 вариации.
Шопен, второе скерцо си бемоль минор, сочинение 31, исполняет Игорь Гришин, Украина.
Шопен, четыре этюда исполняет Елена Бобровских, Москва. Thank you.
Первый Мефисто вальс исполняет Алибек Альпиев, Казахстан.